Всем привет, и наконец-то аниме Vanguards вышел. В этом видео я покажу свои первые эмоции от игры, сюжетки и открытия. Приятного просмотра. Когда начал проходить сюжет, вот прям как в аниме Adventures зашел. Но очень родная атмосфера. И кстати, сюжетную линию тут проходить тяжелее, чем в аниме Adventures. А также на третьей локации финальный босс с приколом. Чтобы его убить, надо сначала уничтожить все статуи, а уже потом сносить его хп. Очень понравилось то, что Гарант хоть и есть, но он только 400 прокрутов, а то есть гарант чисто для лохов, как я, которым 10 тысяч гемов не падает мифик. Мификов на данный момент не так уж и много, да и они почти все только по Наруто. Также есть секретки, одна из которых дропается из третьего акта последней локации. Ну и естественно не стоит забывать про ежедневные награды. Также еще есть квесты, но я никак не могу пройти челленджи из-за того, что они слишком сложные. Баннер меняется, как и в аниме Adventures, раз в час. По итогу, за всю сюжетку и со всех квестов я получил 5400 гемов, с которых вам, скорее всего, выпадет мифик. Плюс вы там еще во время открытия выполняете квесты, и у вас будет около 6000 гемов. Сейчас самые имбовые мифики в игре — это Сан Джин Ву и Соски. Из легендарки я могу выделить только три легендарки. Это Кизару, потому что он очень ДПМный и стоит не так уж и дорого. Второе — это Гоку, потому что у него много урона. И третье — это вспомогательный персонаж Пейн. Он умеет откатывать назад, а остальные легендарки по большей части ничего не умеют. Мне так не стало понятно, почему не добавили магазин с едой для юнитов, потому что я могу получать очень много монет, которые мне просто не нужны. Ставлю свой первый трейд на Кизару, и это сразу же полезно трейд на плюс 50% XP. Трейды, кстати, фармить очень легко. Можно просто фармить левел и в этого персонажа забирать халявные трейды. Также можно участвовать в челленджах или проходить всякие разные найтмеры или легендарные миссии. Вот, кстати, открытие моего друга, которое совсем не подкручено. А вот вам финальная часть моего открытия. И на этом видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр, ждите новых видео, всем пока.